Привет, друзья! Меня зовут Вероника, и сегодня хочу вам рассказать о простой подкормке для томатов, которая заменит вам все другие подкормки. Только от нее, буквально за 2 дня, у рассады будет толстый стебель, мощная корневая система, хорошие крепкие зеленые листья, а сама рассада в будущем завалит вас урожаем, потому что эта подкормка не только влияет на внешний вид нашей рассады, но также влияет на будущую урожайность. Просто полейте этим настоем всю рассаду, томаты, перцы, огурцы, кабачки, и стебель будет крепкий, корни мощные, а урожайность будет в 2, а то и в 3 раза выше. Это копеечное доступное средство действительно влияет на внешний вид рассады, на ее листву, на ее корневую систему, улучшает буквально все, включая листья, стебли, корни, цвет листьев. И если вы сами проведете эксперимент и хотя бы часть своей рассады польете этим, то, конечно же, вы сразу заметите разницу. Буквально 2-3 дня и рассада заметно преображается, оживает, и с хилой превращается в крепкую, мощную и, главное, самое главное, это здоровую. И еще хочу сказать, что это средство хоть и предназначено для помидоров, перцев и баклажанов, поливать им можно даже комнатные цветы. Даже дохлые комнатные цветы буквально от нескольких ложечек данной подкормки становятся здоровыми, сильными и также оживают на глазах. Но, конечно же, я советую применять именно для рассады томатов. Тем более сейчас рассады уже готовятся к высадке в теплице и в открытый грунт. И, конечно же, нужно их как следует подготовить. И средство это Agri Cola называется. Любимый напиток для растений. На самом деле здесь просто сбалансированный состав, собраны все необходимые макро-микроэлементы, а также витамины, которые питают и укрепляют растения. И не только томаты, перцы, баклажаны, но и буквально все, что только можно. Я и огурцы уже ими поливаю, прекрасное средство. И самое главное, оно недорогое, простое, недорогое, не имеет никакого запаха, никакой токсичности. Очень люблю такие подкормки, которые простые и современные. Называется Agri Cola, стоит буквально 30, по-моему, рублей я его покупала. И мне очень понравилось. Разводится оно легко и просто, небольшая ложечка удобрения. Заливается 200 мл холодной воды, не горячей, но холодной. Мешаем примерно 1-1,5 минуты до полного растворения осадка и затем поливаем под каждый корень по влажной почве. Я поливаю по 2-3 чайных ложки под каждый куст нашей рассады, и результат меня очень радует. Берите на заметку, и если это видео было для вас полезно, подписывайтесь на канал. Спасибо!